Здрасте, накрасьте, меня зовут Анна Кравченко, и вы на моем канале. Я всегда мечтала о краске, которая не будет портить структуру волоса, не будет затемнять волос после осветления либо ламинирования, и при этом хорошо окрашивать кожу. И это казалось просто нереально. Но та-дам! Моя мечта сбылась, и мы разработали новую краску, которая называется Flash Tint. Почему она так называется? Потому что она супер быстрая. Буквально 1-2 минуты, и вы получите очень классный отпечаток на коже, и если нужно, не затемните волос. Но все по порядку. Краска построена по принципу окклюзии, она очень хорошо подлипает к коже, ее можно наносить тоненьким-тоненьким слоем, и соответственно контрастность у вас также будет совершенно не яркая. Из-за того, что краска хорошо подлипает к коже, вы можете сделать очень точную нижнюю линию. Важный момент, что Важный момент, что краска содержит уходовые компоненты, которые восстанавливают белковую структуру волоса, а именно гиалуроновая кислота, аргинин и коллаген, а также масла, которые будут восстанавливать клеточно-мембранную структуру волоса. И важный момент, что краска имеет кислый pH. Что это означает? Это означает то, что краска не портит белковую структуру волоса, и она абсолютно безопасна. Даже если вы нанесете краску на слизистую, у вас не будет никаких неприятных ощущений. Интересно, что краску не нужно смешивать с окислителем, потому что здесь нет оксидационных прекурсоров. Краска содержит только прямые пигменты. И это значит, что в краске нет парафиндигамина, нет аммиака, также нет этаноламина, никаких щелочных алкалайзеров. То есть краска максимально безопасна. И даже если есть у вас аллергические реакции на оксидационные красители, то на эту краску 99,9%, что аллергическая реакции не будет. Краска имеет приятный запах. На коже она держится около 10 дней, на волосках около 14. Краска не затемняет волос, если ее нанести очень тонким слоем. Если вы ее будете наносить плотным слоем, краска будет хорошо прокрашивать волос. Как на фотографии. Смотрите, окрашивание после осветления. Краска имеет моментальный эффект. Смотрите, как на видео. Мы буквально только наносим краску, смываем, и вы сразу получаете яркий отпечаток. Также вы можете прокрашивать отдельно каждую бровь. То есть сначала прокрасили одну бровь, смыли, и дальше этой же краской, которую вы выдавили, вы прокрашиваете вторую бровь. Ну и теперь по колористике. В краске 4 цвета. Черный, темно-коричневый холодный, темно-коричневый теплый и светло-коричневый. Все цвета имеют чистые пигменты, то есть как видите на свотче. То есть они имеют яркий насыщенный цвет. И краска имеет профессиональную визажную колористику. Что это означает? Вам нужно просто каждый цвет смешать с черным, если вы хотите получить более приглушенный оттенок. Черный цвет подходит для брюнеток, либо если вам нужно что-то докрасить. Например, у вас темная девочка и вам нужно сделать волосковое окрашивание. Будет просто супер. Берете кисточку, краску и прорисовываете волоски. Тепло-коричневый подойдет для шатенок, а также для рыженьких. Если вы хотите приглушить цвет, то, как я уже говорила, добавляете черный. Дальше у нас темно-коричневый холодный. Это отлично для русых девочек. Как вы видите на пряди, у вас получится идеальный русый цвет. И светло-коричневый для блондинок. Но также вы в него можете добавлять, если хотите приглушить, черный цвет. Вам не будет совершенно он затемнять волос. И в зависимости от того, какой вы цвет будете добавлять больше либо меньше, вы можете варьировать оттенки и получать совершенно разные цвета. Сейчас я вам покажу, как прокрасить брови с помощью Flash Tint. Изначально мы сделали разметку с помощью нового карандаша Elan. Это жидкий карандаш, который очень-очень быстро делает разметку. Далее мы наносим краску. И смотрите, где плотнее краситель, там будет ярче. Где вы более тонким слоем наносите, там будет светлее. Просто смываем водой и получаете стойкий, насыщенный результат. Если у клиента сухая кожа, перед нанесением Flash Tint вы также можете использовать Lash Plex. Либо, если вы хотите сделать цвет менее насыщенный, тогда добавляйте Lash Plex в Flash Tint. И секрет.
Если вдруг вы покрасили любой краской брови и у вас что-то не докрасилось, вы всегда можете взять флеш-тинт и докрасить. Надеюсь, информация была для вас полезной. Обязательно подписывайтесь, вас ждет скоро очень много новых и интересных видео. До встречи!